Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Я, мистер Агаси, в этот раз хочу вам предоставить новостройку, грандиозный проект. Продается здесь 1+1 на среднем этаже 12-этажного проекта в самом центре Махмутлара. Смотрим. Вот такой вид с этой квартиры. Кусочек моря есть еще. Там субботний рынок за этим. Отсюда напрямую вот выходите, это Люмос проект. Оттуда прямо выходим к морю. Подземный переход есть. Там Мигра, сеть магазинов в той стороне. Хорошие рестораны. Вот этот ресторан Кёц Эд, видите? Мадам Коко рядом же. Вот. Мадам Коко. ЛСВ Икики. Вот. Все в шаговой доступности. Расстояние отсюда максимум до воды. Вы будете купаться уже в воде, там внутри купаться. Рыбки будут вас кусать, ваши ножки. 600 метров максимум, дорогие зрители, да. Я все честно говорю и считаю по Google карте, так как я много снимал про этот проект, и все про него знаю. Супер инфраструктура, грандиозный проект. И звоните мне, пожалуйста, хорошо? Так, пошутили, хватит, пойдем. Это балкон. Сегодня стабилизатора нету, забыл в машине. Не хочу спускаться вниз. И так похудел. Балкон, дорогие зрители, где-то 6 квадратных метров нетто. Полезная площадь. Вот так, 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 так. Увидели? Юго-западная сторона. Там крепость Алани за этим зданием. Вид на горы вы сейчас не видите, но я вам покажу. Вот, видит горы. Видите? За облаками просто все спряталось. Здесь горы глазами видно вот так. Вот. Все, что вы видите с балкона, вы будете видеть вот так. Вот. Здесь внизу дорога. Также дорога есть с той стороны проекта. Два блока, 288 квартир, кажется, не помню, или 280. Сейчас спрыгну вниз, вот отсюда. О, территория огромная. Кажется, если память не ошибается, 7000 квадратных метров. Будет велодорожка по проекту. Там песочная площадка для детей. Три бассейна. Один огромный бассейн. Два бассейна с аттракционами, вот этими горками. Химчистка, мусоропровод. Мусор будете... Там покажу все, короче. Смотрите дальше. Высокие потолки. Тут таких цен нету, которые сейчас я вам скажу, потому что мой друг продает, ему срочно нужны деньги. Качественные стройматериалы. Покажу. Фирма Пидосан. Каучук. Термопакет окна. Видели? Сейчас можно открывать? Нет, пока нельзя. Их сюда установят. Стекло. Весь проект будет застекленно, как-то красиво там впереди. Торец. Сейчас покажу. Качество мебели. Фирма Yildiz Trend. Все с доводчиками, дорогие зрители. Все установят. Столешница будет. Сюда посудомойка. Без бытовой техники продается квартира. Так что цвет мебели вы уже увидели. Двери. Такие качественные. Здесь установится шкафчик, чтобы там зашел, снял обувь. Ой, извини. Дверь открыта, надо оставлять. Здесь железка стояла. Чтобы не поцарапал. Подождите. В пакете все. Входим в санузел. Видите, как красивые вот дверцы они сделали. Вот так, с доводчиками все. Мойка. Угу. Ага, Вико, у нас качество, все покажу, все, увидели меня тоже, всем привет, лайк ставим, комментарий пишем, там тоже покажу, трубы как идут, посмотрите, какие трубы, качество, фирму тоже покажу, не надо, это фибероптика кабель, можно его обрезать, но не надо, так,
Вот, смотрите, как открываются двери. О, в санузле. Вот санузел, вот душевая кабинка. Сюда ставят этот кружку. Пойдем дальше. Спальня, дорогие зрители, как минимум 10,5 квадратных метров, это полезная площадь от стены до стены. Нетто, брутто здесь 57 или 58, память, нет, 59 брутто у этой квартиры. Нетто, надо 18% вычитать, где-то будет 46-47 квадратных метров. Или минимум 45. Высота потолка 280 сантиметров, может быть 285, сейчас не могу отмерить. Ну, высоко все смотрится. Вот вид из спальни. Теперь я вниз пока не спустился. Ну, давай спущусь. Айдат, наверное, будет 35-45 евро между ними. Спускаюсь вниз. Ну, также вы тоже спускаетесь вместе со мной. Вот здесь несколько планировок. Идемте. Будет три лифта. Вот первый лифт. Этот был первый лифт в этой стороне, и в той стороне два лифта. Как V-образный проект, это клюв, это вот так идет проект, видите, да? Сюда и сюда. Где-то будет мусоропровод, здесь два лифта, шахта будет специальная, видите? Два лифта в этой стороне, один лифт в той стороне, и также лесенки. Отсюда могу сразу вам показать. Здесь окна, двери открыты. Нет, закрыты. Проект с высоты. Покажу. Вот, видите, огромный бассейн. Первый. Это второй бассейн. Там будет беседка, как помню. Детский бассейн. Здесь зонтики, шезлонги, цветы, деревья. Сзади будет открытая парковка. Позади. Здесь будет инфраструктура. Открытый бассейн видно отсюда, хамам, сауна, ресторан, или в этой стороне, или там. Кому надо подробные фотографии, 3D, все в изоляцию, все я вам отправлю. WhatsApp, Shatsap, Matsap, Telegram, Viber. И что хотел сказать, ну, средний этаж, вот видите, как я стою, здесь будет стекла, красиво все должно быть. Все, зал вниз не надо спускаться. Цена, дорогие зрители, 135 тысяч евро. Минимальные цены на рынке я видел где-то за 148-150 тысяч евро. Это уже вторичный. У застройщика цены, застройщик мой друг, так что он тоже знает про эту квартиру. Цена 135. В прайс-листе остались 2-3 квартиры у застройщика. Все продано. У него там 163, 167 есть высокие этажи. Такие вот цены. Жду вашего звонка. Проект будет таким в районе Махмутла. Локация успешная. Так как проект еще находится на высоте где-то 10-13 метров. У него этажи, если 5 этаж, то как 8 или 9. Так что здесь нахожусь я на, кажется, 6 этаже, но как 8 этаж. Звоните. С вами был Агасий, соцсетевой район Махмутар. Всем пока-пока.